Hey guys, всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня мы с вами находимся в игре под названием Darwin Project. Эта игрушка недавно, вчера релизнулась в Steam, но до этого она тоже там была. Я так понимаю, она была в каком-то бета-тестировании. Если что, поправьте меня в комментариях, может быть, кто уже играл или кто знает, так скажем, предысторию. Потому что я эту игру уже видел и на обзорах примерно год назад. И помню, что она в Steam была, но еще была такая достаточно сыренькая. Вот сейчас у нее стоит дата релиза 14 января 2020 года. И я ее решил сегодня с вами вместе посмотреть, обозреть, сделать первый взгляд, поиграть, что же это такое. Я знаю, что это игра в режиме Battle Royale, но немножечко со своей интересной механикой. Вообще она чем-то напоминает Fortnite, если честно, своей не только мультяшностью, но и вы посмотрите, чем еще, собственно, в самой игре. Я сейчас уже прошел обучение, не стал это вставлять в ролик, поиграл первую катку, где меня, естественно, сбрили, потому что новый Battle Royale это всегда сложно бывает. Зачастую. Игра, кстати, бесплатная, что надо сказать и обратить внимание. Я так понимаю, что в ней будут различные донатики, но пока здесь вроде как ничего прям такого нету. У нас есть три класса, которые мы можем выбирать именно в игре. Есть вот этот класс, за который я поиграл уже первую катку. Он у нас растет, получается, когда мы играем непосредственно раунд, у нас прокачивается уровень того класса, за который мы выбрали в начале. Первый — это у нас возможность летать. Вторая — это у нас будет рука, только я не понял, чтобы, короче, эта рука помогает скорее сравнять свой уровень с уровнем противника. Я не очень понял, для чего это надо, если честно. И третий — это у нас будет летающий дрон, который будет помогать нам выживать. Я пока пробовал вот этого вот типа, и в принципе не могу сказать, что это хорошо или плохо. И давайте начинаем игру. Сейчас вы, собственно, посмотрите, как я буду в этой игре плохо играть. И пока у нас загрузочный экран, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам больше нравится. Вот давайте я, наверное, за этого же потупим. Так, выберем вот это вот. Так, и почему-то здесь все разговаривают. Здесь можно как-то их всех замутить. Это наше лобби. Напишите в комментариях, как вам больше нравится, чтобы летсплеи были, допустим, со мной, с вебкой, или же просто чистые, так сказать, просто запись экрана ролика. О, запись экрана игры. Запись экрана ролика. Все, у нас пошел отчет, и сейчас мы все уже непосредственно побежим в бой. Смотрите, почему я называл эту игру Fortnite? Потому что нам здесь нужно рубить деревья. И что я слышу? Какие-то странные звуки, я не понимаю. Вот, мы рубим, короче, деревья. Так, у нас все нормально? Вот, мы рубим сейчас деревья. Наша с вами задача нарубить деревья. Блин, какой-то флоки, я не понимаю. Что за флоки? Играет на колонках, и я его слышу. Это что за бред? То ли это рядом со мной? Так, нам надо сейчас, смотрите, скрафтить себе стрелы на R английскую, которая R. Мы крафтим себе разные способности, стрелы и так далее и тому подобное. Здесь у нас есть также, вот вы видите сейчас за мной, помимо ХП, датчик вашей согретости, скажем так, да? То есть вам нужно здесь в этой игре еще и греться. И собирать вот такие вот фонарики, я не знаю, батарейки, что это, как это можно назвать еще по-другому. Блин, что за флоки? Почему я его слышу? Как мне замутить его? Какой-то флоки издает какие-то звуки. Че? Кто это? Что это за флоки? Как мне его замутить? Как его замутить? Странно, почему-то я слышу какого-то флоки, я не понимаю, как мне его вообще. Может быть, это баг какой-то в игре? Где, честно? По мне уже летят стрелы, я слышу. По мне уже летят, да, стрелы. Вот он, это флоки. Так, флоки, флоки. Блин, я высадил на него все стрелы. Так, я ему дал, он мне тоже дал. Я ему еще раз дал. Так, мы сейчас в ближнем бою воюем с топоров. То есть мы сейчас воюем с топоров. У меня есть, в принципе, шанс его зарубить. Я дал ему больше плюшек, чем он мне. Дал я ему еще одну плюшку. И давай, давай, все. Все, минус флоки. Ты заткнешься-то? А это не флоки был. Блин, почему я слышу какого-то флоки, все? Что происходит? Так, у вас достаточно что-то там для того, чтобы... Так, смотри. Вот, видите, на карте сзади меня показывается... Что-то, что, соответственно, является зоной, да? Я так понимаю.
Так, а мы можем себе сейчас вот эту вторую скрафтить? Нет, пока не можем. Так, я где? А я как раз в этой зоне. Нам отсюда надо улетать срочным образом. Так, у нас появился на Q какое-то умение на Q у нас появляется. Так, все, мы входим в безопасную зону, то есть у нас... Блин, да что ж это за флоки-то такое, ребята? Почему я слышу его звуки? Чё за... Он куда-то пропадает, он причем играет, походу, на колонках, что ли? Что у него все слышит, что он там добывает, что он там крафтит. Что за бред? Вообще, мне сейчас нужно будет сделать, я так понимаю, костер. Здесь можно крафтить различные ловушки. Щит. Что-то я могу сделать со щитом. Так, сейчас я сделаю себе вот эти штуки. Мне нужно на самом деле сделать себе еще костер погреться, потому что у меня уже мало процентов. Вот, вы слышите, что за флоки, блин? Очень странная фигня. Так, все, я на максимум, в принципе, восстановился. Можем пойти дальше. Так, единственный снежок, который у меня был, я его истратил зачем-то. К сожалению, не знаю. Так, на Q-E у нас появляются вот эти вот умения. Я не знаю, честно, для чего они нужны. Я потому что в обучении их вроде как попробовал поюзать, но не очень понял, как бы, насколько они, скажем так, рабочие. Так, это даст... Я так понял, упал аирдроп, да? Так, смотри-ка. Ой-ой-ой, я взял и испортил, так сказать, истратил скилл свой. Так, это что такое? Плюс одна импульсная шахта. То есть, это что такое? А, это карта. Мы, то есть, сюда транслируется радар. Мы его можем посмотреть в случае чего, я понял. Так, в этом... Сколько, интересно, всего человек? 8, да, по-моему, я так вижу? Выживших. Так, тихо. Тихо. Я слышу кого-то. Я слышу там паренька. Так, мы можем вот так вот на кувырок вот такой сделать. Так, а что здесь? Что здесь? Вон там внизу, я слышу, бегает. Так, а что эта штука делает? Импульсная шахта. Для чего она нужна? Так, вот он у нас, этот челик. Тяжело попасть, конечно. В начале. Так, это камера какая-то. Так, ну я не знаю, есть смысл мне сейчас с ним еще стыковаться. Я так понимаю, что нам надо добыть вот эту тему. Я могу, кстати, закрафтить себе какой-то щит. Я не знаю, нужно ли мне уже собирать вот эти штуки. Я, в принципе, все свои умения скрафтил. Я думаю, может быть, мне и не нужно тогда это ничего делать. Так, сейчас вот я долечу до этого дерева. Потому что... Так, в центре тоже уже тусить нельзя. Так, я могу себе вот этот щит скрафтить? Нет, я не могу. Почему-то. Потому что мне еще, походу, не хватает что-то. Так, это что такое происходит у нас здесь? Это аирдроп, что ли? Или это он запустил какую-то хрень? Слушай, если честно, я пока вообще ничего не понимаю. Ну... Что это? Какой-то лютый столб. Что за столб? Что с этим столбом не так? Или что мне с ним? Вообще, в чем наша цель игры? Мы должны остаться одни? И почему у меня говорит мой этот... Соберите ресурс, смотри-ка. Я собираю какой-то ресурс, меня сейчас забабахают, нет? Так, я собрал какой-то ресурс. Для чего? Для чего же? Я его Так, а я еще, подожди, смотри, что-то могу сделать себе. Не очень понимаю, что я сейчас делаю, но что-то делаю. Так, я могу еще снежки себе скрафтить, я так понял. Так, плюс один снежок. То есть я могу и снежками кидаться, и какой-то импульсной штукой. Так, и мне надо скрафтить еще себе немножко огня, я так понял, потому что я начинаю мерзнуть. Мне сейчас надо сделать себе кастрик, как говорили мы в детстве. Слушай, пока что-то я не очень понимаю вообще, что... Вас все ищут. Зачем меня все ищут? Не надо. Не надо. Зачем меня все ищут? Вы что, дураки? Что я вам сделал? Зачем меня все ищут? Так, я пока нахожусь вроде как в более-менее нормальном месте. Только зачем меня все ищут? Вот в чем главный вопрос. Так, мне надо еще скрафтить стрелу себе. Так, вот эти штуки везде... Опа-на! А что вот этот олень делает? Я могу оленя убить, и что мне дадут за него? Стой, олень, что мне за тебя дадут, дурак? Слушай, а вот здесь, кстати, дерево какое-то. А что реально за оленя дадут? Бам.
Что-то дадут. Мне рога за него дадут? Так. Так, я слышу, там типчик какой-то. Ах ты, падла. Мне там кто-то дал, люля. Вот он. Ух ты, как он мне выдает жестко. Так, я пошел. Я пошел отсюда. Блин, я заруинился. Мне хана, походу. Мне, походу, хана. Это какой-то профессионал. Я ему дал. Дал я ему. Я убил? Я убил Флоки? Или нет, я ему дал плюху, да? Это вот Флоки этот наш, вонючка. Флоки, вонючка, это ты? А как это я ему так на 200 дал? Что это такое? Улика. Улика, улика, смотри, я могу его спалить. Я его спалил, то что он от меня свалил. И у него пол хп нету. Блин, у меня стрел нету, обчистить. Что за... Что мне за оленя дадут? И что мне интересно, у меня вот это вот, что это дает? Блин, я не на ту кнопку нажал. Импульсная шахта, что это такое? Так, мне надо как-то нафармить себе деревяшек вообще, по идее-то, по сути, нет? Так, а что же мне надо сделать-то? Я пока вообще ничего не понимаю, но я этому Флоке дал башку на 200 хп, по-моему. Разве нет? Так, опять соберите ресурс. Доставка Дарвиума. Это которые вот эти лампочки, что ли? Или что это такое? Да, они мне сразу сотку дают. Что мне дает вот эта вот тема, мне интересно. Так, я себе сейчас, короче, вот так. А у меня как хп интересно восстанавливать? Что-то я бегаю, бегаю, туплю, не понимаю. Так, а вот здесь я стрелу вижу, кстати. Так, я могу сейчас себе еще вот эти проделать, да? Я что-то улучшаю, что-то делаю, не понимаю, что мне это дает. Но тем не менее, так, подожди, вот это улика какая-то. Смотри, вон он этот Флоки, я, видите, улику. Хоп, и я вижу, что Флоки от меня на 200 метров стекнул куда-то, короче. Что за импульсная шахта, мне вот интересно, что она дает? Я не понимаю, для чего она нужна, но тем не менее. Так, стрелы мы пока не можем себе скрафтить. Я могу скрафтить все снежки. Блин, может, снежками кого-нибудь удастся пофармить. Опа-на, я замерзаю, мне срочно надо дерево какое-то. Я вот про вот это-то и не подумал. И походу мне хана. Потому что мне нужно было бежать и греться как-то. Флоки убили. Флоки какой-то чел сбрил. Опа-на, да это уже страшно. Флоки, флоки, флоки. Блин, я уже мерзнуть начинаю. У меня сейчас начнет хп спадать, похоже. Или я все-таки смогу что-нибудь скрафтить эту штуку? Смогу костер скрафтить? Так, и мне сейчас скажут, что меня сейчас все ищут, да? Потому что я перед костром сижу, правильно? А, вот это что за улики? Это костры. Я понял. Блин, ну мне бы стрел бы себе крафтануть бы, на самом деле. Видите, здесь очень мало деревьев, которые можно добыть. Я думал, что можно все добывать и крафтить себе дофига патриков, получается. А хрен тут плавал. Не так все просто. И смотрите, какая долгая катка. Мы уже с вами в... А, ну хотя нет. Сколько мы с вами? Минут 10 всего лишь играем. А кажется, как будто я уже полчаса тут бегаю. Так, я вот пойду сейчас еще сбрею деревце. Да, вон еще деревце. Слушай, а интересно, то, что я себе прокачиваю свои вот эти вот штуки за вот эти вот. Так, обчистить сундук. Что это за сундук такой? Горячий кофе. Опа, на это мне хп даст? Нет? А, это согрев мне дало. А хп? Как мне интересно хилиться. Вот что мне интересно. А вот это что-то взаимодействовать с ней можно как-то, нет? Воу! Ничего себе она меня откинула. То есть можно, в принципе, если от кого-то убегаешь, по такой этой штуке ударить. И получится, что ты... Так, народ друг друга там разматывает потихоньку. Как я понял, да? Народ потихоньку друг друга разматывает. А мы с вами тут бегаем, что-то собираем, что-то потеем, пытаемся. Ну, здесь, конечно, надо привыкать, допустим, к той же самой сенсе. Потому что это не так просто, если честно. Так. Ух, там внизу деревьев. Так, вот... Так, слушай, можешь пойти туда. Опа-на.
Здесь вот эта вот штука появляется. Мне бы сейчас деревяшечку выбить бы одну. Чтоб, если что, костер можно было бы крафтануть. Да, вот так вот. О, еще одно дерево есть. И по-любому нужно, чтобы было хотя бы одно дерево. Можно, кстати, всего 8 стрел получается. Можно всего 8 стрел. У нас осталось 4 чувака. Я могу сейчас себе вот этот ресурс выбить. Мне дадут много вот этих вот штук. Я не знаю, как это, лампочки какие-то или что это такое. Здесь, кстати, очень... Опа-на. Вон там чел бегает, этот самый, собирает. Он сейчас меня спалит, что я здесь собираю? Да. Ух ты, у меня щит сработал. Ой-ой-ой. Так, я отекаю с городу. Блин, он меня скорее всего убьет, да? Он там вон внизу бегает где-то. Ой, джи-джи, у меня хп нету. Я не знаю, как мне хилиться. Честно сказать, я не знаю, как мне хилиться. Я не знаю, мало того, что я замерзаю, так еще и... Каким-то образом надо хиляться, а я не представляю, как этого делать вообще. Нужны, наверное, какие-то ресурсы для этого, но... Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты, все, мне хана, походу. Блин, почему я их неправильно так использую, вот эти штуки? Блин, а почему здесь лечиться нельзя? Мне вот это вот очень интересно. Почему здесь никак нельзя подлечиться никаким вообще образом? Это очень странно на самом-то деле. Почему здесь нельзя подлечиться? Так, эти мне на сотку. Да, хилиться, наверное, может быть, как-то можно, но я не знаю, как это сделать. Поэтому для меня, конечно, это останется пока вопросом. Напишите в комментах, ребят, если знаете, как это делать. Как здесь лечиться правильно. И можно ли это вообще делать. Чтоб, ну, как бы на 75 хп, ну, что я кому сделаю? Я почему-то в общий чат начинаю говорить, как это работает, я не понимаю. Так, я его не могу снежком убить, нет? Да, смотри, могу. Подожди, может это меня подлечит, нет? Так, обчистить. Что мне? Дымовую шашку мне дали. С оленя, то есть я убил оленя, мне дали дымовую шашку. Ой, кстати, мне хп прибавилось. Это за что? За то, что я оленя убил? Интересно. Так, а вот он еще один. Оп, ничего себе. Его откинуло. Так, сейчас я его соберу. Так, и что мне еще? Так, мне еще, да, кстати, дали хп. А это растяжка какая-то. Инвентарь полон. Дали какую-то растяжку. Я эти, интересно, штуки могу как-то менять? Местами, наверное, нет. Так, вот у меня соточка. Я могу на эту соточку, допустим, сейчас еще вот эту вот проапгрейдить. У меня есть какая-то растяжка, ловушка. Есть дымовая бомба. Я тут что-то, короче, мучу темы какие-то. Так, я начинаю потихоньку замерзать. Как я понял. Слушайте, ну да, катки-то не быстрые, я вам так скажу. Так, это что такое? Аптечка, аптечка. А как мне? Я хочу аптечку. Аптечка — это наше все. Вот, все-таки отхилиться-то можно, ребята. Все-таки аптечечка-то, правда, она мне не фу... Что за импульсная шахта? Мне кажется, она нафиг не нужна. Тихо. Там кто-то идет, нет? А, я вот на радаре вижу, где люди, получается. Вы видите, я в этих зданиях, оказывается, вижу, где люди бегают. То есть вот там передо мной два типа? Что ли, воюют или что? Как я понял. Не знаю, для чего... Так, мне надо вот туда вот лететь. Так, три человека осталось.
И причем они, походу, сзади меня, да? По карте были сзади меня, они нет разве? Блин, ну у меня жизни вообще далеко не полные. Так, я слышу типа. Но мне бы как-то по агрессиву. Вот, нас ищут. Мне говорят, меня ищут. Сейчас я растяжку поставлю. Может, поможет. Дал ему. Ага, я ему минус щит дал. Так, давай-ка на мою растяжечку, братишка. Он на мою растяжку уже сел. Блин, он мне минус хп дал. Все, я улетел. Ух. Ну я его, кстати, как-то в растяжку попал. Поймал, точнее. Так, а он там что-то делает, что-то хилится, смотри, что-то там, что-то крафтит себе. Но у него, видите, у него другой, как бы, другой класс, поэтому у него немножко свои умения. Возможно, они, кстати, поприкольнее, чем, допустим, вот у этого летуна, как у меня. Поэтому здесь нужно играть, наверное, за разные классы, чтобы понять. Вот, смотрите, летун против вот этого рукастого. Нифига ему летун, смотри, с трех тычек просто раздал ему. Но этот живет, и у него аптечка, смотри, у него аптечек миллион там. Ему не дают отхилиться. Давай досмотрим, кто же из них выиграет. Вот это я, Бет. Так, он, смотри, щит использовал и аптечку юзает. Оп, подхилился. 100 хп, по-моему, аптечка, я так понял, восстанавливает. Во, у него есть вот такой крюк. Все, зона сходиться начинает. Он дал дымовую бомбу, и он сидит в дымовой бомбе, хилится. Интересные приемы, видите, они используют. Ну, я не знаю, интересно, получится у него выиграть или нет. Мне кажется, тот чел второй-то помощнее будет. Он ему сразу 3 тыки просто дал, и все. Слушай, офигеть, вообще типчики разваливают. Я же даже это, немножко потерялся. Кто кого выиграет из них, да, посмотрим. А тот от зоны дохнет, смотри-ка. Тот чел от зоны получает. А, нет, он от холода урон получает. Вот этот чел последний, он от холода урон получает. Этот ему еще дал в спину. Бам. Ну давай, давай. Офигеть, этот его размотал. Красавчик, слушай, мощный, мощный парень. Он прям так применил такие разные штуки. Разные навыки, и, соответственно, ну я, в принципе, третье место занял, набрал 800 очков. А, нет, это нанесенный урон. Ну, интересно, интересно. Слушайте, ну на сегодня, я думаю, что все. Мы с вами посмотрели, что из себя представляет данная игрушка. Так что вы теперь тоже будете иметь в виду, что есть такой бесплатный Battle Royale. Он, в принципе, не особо требовательный. То есть у меня вот, я не знаю, сколько там в игре было FPS, но это на ультра настройках. То есть вы можете посмотреть на эпических настройках. У меня где-то там 150, может быть, FPS, 120. Вот, то есть если эти настройки еще и сбить, там поменьше поставить, то FPS будет, соответственно, еще больше. Напишите ваше мнение про данную игру в комментариях, потому что, мне кажется, она достаточно интересная, но учитывать то, что она немножко похожа чем-то на Fortnite, такой мультяшностью, какими-то своими фишками, мне она как бы, наверное... в моем понимании она для меня лично не захватывает такую большую часть внимания, как те же самые, допустим, более реалистичные PUBG, назовем их так, да, более реалистичные Battle Royale. Но мне будет интересно почитать ваше мнение, что вы думаете по поводу этой игры. Может быть, вы уже играли, а если не играли, то захотите ли вы в нее поиграть, допустим, или нет. У меня, кстати, какие-то подарки от фанатов уже есть. Шлем выбрали, нифига себе. Что-то мне дали, да, посмотрим. И ботинки. А смотри, мне что-то дали, какие-то штуки. О, это я в таком костюме теперь буду крутом, да? Ничего себе, смотри-ка, это стандартно. Это вот такие вот у меня сапоги, да? Обычные сапоги. Спортивный костюм хамелеона. Это я вот в таких вот шмотках, короче. То есть мне уже даже дали какие-то пару скинчиков. И смотри, у меня персонаж сразу стал выглядеть по-другому. Ну а на сегодня все. Всем хорошего настроения. Всех обнял. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, конечно же. У вас был на связи. Увидимся. Пока.